В Улан-Баторе завтра будет снег, ожидается настоящая пурга, так как скорость ветра достигнет 13 метров в секунду. Одновременно произойдет резкое похолодание. Ночью температура опустится почти до 30 градусов мороза. Днем столбик термометра замерзет на минус 17 градусов. Основные холода продержатся все выходные дни, а на следующей неделе возможно несущественное отступление мороза.